Значит, выступаем в шикарном месте. Слышали, на этот парк денег выделили прилично. Вложили мало, но выделили прилично, да. Ну что, Родина Есенина, встречай команду с Родины Алексея Глызина. Себя прокормить, я Конищеву в роддоме заставлял детей орать. По попке хлопал? Нет, брал вот так на ручки, подходил к окошку и говорил: вот это Конищеву, братан. А знаете, почему у нас мост у цирка целый год отремонтировать не могли? Почему? Ну так потому что фокусник куда-то бюджет дели, а эти клоуны целый год не знали, что делать. Что это ответственное мероприятие. Здесь людей даже дождь не разогнал. Потому что перед началом ко мне подошли уважаемые люди и сказали: если мы сегодня хорошо выступим, то каждому дадут по Apple. Ух ты! Ой, айфон! Может быть, по Apple? Миша, ты что, плачешь, что ли? Не, просто слюни из глаз пошли. Дизайн, как